Друзья, добрый день. Меня зовут Лисенок Евгений. Я директор сети Viking Touristic. Мы сейчас находимся с вами в Греции, регион Тассос, поселок Скала Патамья. Патамья – это основной поселок, а Скала – это обозначает, что дополнительный поселок. Сейчас мы будем с вами инспектировать отель Тинос. Он стоит с вылетом из Минска, вот он, 1400 на двухразовом питании. Это отель 2 звезды. До моря здесь рукой подать, надо спуститься по этой горочке, вы попадаете на государственный пляж. Стоимость лежаков 3 евро. Вы покупаете напиток и пользуетесь бесплатно. Между отелем и пляжем проходит дорога. Вот она, смотрите. Если вы хотите поехать в этот отель или в другие, вы можете связаться с нашими менеджерами. На нашем сайте viking.by есть раздел «Контакты». Пишите нам, мы поможем вам подобрать тот отдых, который вы хотите. Также у нас есть удобная система онлайн-поиска и система онлайн-оплаты. Кто еще не взял, девочки, мальчики, угощайтесь, пожалуйста. Отель подготавливают. Смотрите, зона отдыха на ресепшене, большой плазменный телевизор, ресепшен отеля, тренажерный зал. Пару велодорожек. Дорожка, да, офигительная. Небольшой закрытый тренажерный зал. Смотрите, какой лифт, он в коже весь. Очень крутой. Тип номера Double Executive. Есть холодильник. Большой такой. Отлично. Света нету. Ванная комната. Совмещенный санузел. Здесь у нас душ. Ванна с джакузи, судя по всему. Фен. Все чисто, аккуратно. Плиточка такая красивая. Пол здесь ламинат. Диван. Большая кровать. Смотрите, какая такая. Плазменный телевизор большой. Кондиционер индивидуальный. Ого! Балкон какой большой. Сушилка, три стула, стол. Вид на море и территорию. Детская зона. В принципе, вот он весь отель. Он небольшой, комфортный. Мне нравится он. Давайте еще раз закрепим. Здесь даже, смотрите, есть, чтобы мыть ноги прямо на балконе. Прикольно. Я такого не видел еще. Стильный отель. С дизайнерскими решениями. Очень приятный, комфортный, атмосферный. 115 номер. Нам дали ключ. Теперь я смогу включить свет и поснимать здесь все нормально. Стандартный, судя по всему. Санузел совмещенный. Здесь тоже все чисто, аккуратно. Душевая кабина. Смотрите, здесь есть даже кухня. Это тип номера с кухней. Холодильник. Ну, понятно, все пусто. Посуда есть. Ага. Вот, смотрите, все. Тоже вафельница, кофеварка. Интересно. Ага, здесь что? Это вытяжка. Ну вот видите, инструменты. Ножи, ложки, вилки. Только я не вижу сковороду. Судя по всему, ее нету. Плазменный телевизор. Здесь диван. Большая кровать. Кондиционер. Все чисто, аккуратно. Вот тут здесь сейф. Балкон средних размеров с видом на территорию и бассейны.
Ага, здесь у них даже два бассейна, видите, там еще один есть. Джакузи. Хороший отель. Еще разок вам поснимаю. Фен небольшой, лучше берите свой. Таким обычно не высушишься. Хотя он регулируемый. Ну, это все слабенько. Отель готовится к началу сезона. Ну, здесь это тоже, видимо, это в отеле. С своими мангалами, но здесь цветы стоят. Интересно, можно пользоваться ими или нет? Зона отдыха. Это ресторан. Низшая категория – это стандарт. С видом на море. Вот этот вот номер, это суперион. А тут оперативный, это суперион. Это шапка. Ой, да, это правда. Это уже бар. Тоже с видом на море. Выбор напитков огромный. Барные стулья прикольные. Бассейн, джакузи. Я решил сходить на пляж для вас посмотреть. Здесь один из лучших пляжей. Золотые пески или что-то в этом роде он называется. Вот смотрите, наш отель сзади за мной находится. И вот я иду по дорожке. Здесь буквально минуты 3-4 ходьбы спокойным шагом. Вот она, эта дорога. И вот он, наш отель. Проходит променад между пляжем. Здесь кафе, рестораны, магазины. Все стандартно, шезлонги и зонтики платно, за напиток, как правило, они будут бесплатны. Песок здесь мелкий, сейчас дойдем, посмотрим, какой вход и какой здесь песок. Потревожили мы птиц. Да, действительно, здесь песок, очень мелкий, никакой гальки нету, вода прозрачная. Смотрите. Хороший пляж. И очень красивый вид. Горы. С детками здесь будет хорошо. И вот, смотрите, отель, который мы с вами смотрели, близко находится. Друзья, спасибо за просмотр. Если вам был полезен данный видеоматериал, ставьте лайки. Если вы хотите что-то спросить, пишите ваши комментарии. С вами был Лысенок Евгений.